Всем привет, снова здравствуйте. И давайте рассмотрим кратко манекены. В ZBrush есть в Lightbox Project, а в Project есть манекены. Вот они. Вы нажимаете, и вот здесь такой комплект собаки, кисть, пару женская, мужская фигура, сказочная или более такая нестандартная, ну и композиция. Вот такие композиции можно с помощью манекенов делать, а потом по ним можно уже лепить модель, прям по ним. Заменить можно, срезать голову, убрать, поменять сетку, и вот этот вот каркас останется. Разбить его по саптулам, и в принципе можно работать. Ребенок вот отдельно, вот такая у него сетка разная, и вот женщина тоже вот с такой сеткой. Когда вы нажимаете А, вот тут так у вас получается. Так, давайте я вам, наверное, покажу уже на другой модели. Откроем Lightbox и возьмем любую вот модель. Ну, давайте вот эту вот. Вот когда вы ее включаете, все работает, как и в прошлых видео по смене позы. Вы переключаетесь, работаете с Scale, Rotation, Move вот эти, и, в принципе, можете делать любую позу. Вот так вот. Менять ее. Поворот головы делать. Это вот все с Z-сферы сделано. Все прикольно, качественно. Для работы, кому надо, берите, используйте. Вот когда вы вот так сделали, X нажимаете, можете работать без симметрии. Ну, вот так где-то ставите. Вот таким образом. Также можно ротации повернуть голову. Вот так вот ее сделать. Так, и с помощью Scale все это дело можно вот так вот уменьшать, прибавлять. Все это простенько, все это нормально. Допустим, вы добавили сюда еще, сделали дубликат. Как вот переключаться с дубликата на дубликат и как это все дело переносить? Если вы начнете работать с MOV, то у вас получается вот такая фишка. Перенести модель не получается. Начинается, допустим, паника. Не паникуйте. Все это делается просто. Жмете английскую А и жмете MOV. И вот у вас все появляется. И вот вы можете все это дело переносить. Как-то устанавливать. Допустим, вот давайте поставим вот так. Нажмем Drive. Переключимся вот на эту модель, на вторую, и поменяем ей позу. Ну, допустим, нажмем английскую А, нажмем ротацию и просто его перекрутим. Вот так вот. Сделаем простенько все. Shift, левая кнопка мыши, как всегда, выравнивает. И вот так все это дело можно подкорректировать. С помощью MOV переносим вот сюда вот так, и можно сделать обнимашки. Так, и вот теперь как еще можно менять позу. Выравниваете все, переключаетесь на модель и просто с помощью, допустим, MOV вот так. Вот начинаете с помощью MOV и ротации все это дело менять. Можете вот так все это замаскировать. И также с помощью ротации работать. Вот так. И также с помощью MOV. Все как и в прошлых видео,
так что тут я уже объяснять не буду, все понятно. Вот такой вот конечный итог может получиться. Опять же, если вот есть модель, вас она устраивает, как ее можно отсюда вытащить, да? Вот смотрите, что делаем. Переключаемся на нужную нам модель. Так, это что? Вот стул. А это что? Это подложка и пицца, да? Вот, допустим, возьмем отсюда пиццу. Просто жмем экспорт. Сохраняем, вот она называется, полисфера 1. Туда, куда нам надо, на рабочий стол или в папку какую-то. Жмем сохранение, вот он прогнал. Теперь давайте просто откроем любой примитив в сферу. И теперь импортируем сюда. Так. И просто импортируем сюда эту пиццу. Вот на самом деле вот так вот выглядит пицца. Если ей изменить цвет, то внешний вид у нее вот такой вот. И вот это все можно использовать уже в наших моделях. Так, что еще тут можно взять? Допустим, нам нужен стул. Так, это вот у нас стул. И мы его также можем импортировать. Сначала делаем экспорт, сохраняем. Открываем сферу и также импортируем. Вот такой стул уже мы забрали вот именно с той композиции, которую можем уже использовать, допустим, в наших дальнейших работах. Все простенько. Вот такая у нее сетка. И вот такой в Лифтбокс есть набор манекенов. Все, всем пока, до свидания.